Венера в мехах. Кастинг. Тук-тук. Черт, я опоздала. Если вы по поводу Венеры в мехах, все ушли полчаса назад. Будет назначена другая дата для прослушивания. Мне не хотелось бы приходить завтра. Эммануэль Сенье. У меня даже костюм с собой. Позвольте показать вам, что это мое. Пожалуйста, ну пожалуйста. Да. Спасибо. Нет, нет. Матье Амальрик. Когда хотите. Вы не считаете, что это пропитано сексизмом? И всемогущий ударил его и отдал его во власть женщины. Это... Я лишь цитирую роман Захир Мазаха. Режиссер Роман Полански. А это вовсе не Тициан, мой дорогой. Это порно Садо Мазо. Для меня это пьеса о двоих, связанных между собой на все времена. Их сердца связаны словно наручниками. Связаны в извращении. Да нет, в страсти. В его страсти. Это химия. Двое встречаются, и между ними вспыхивает чувство. Все это борьба полов и классовая борьба. Ванда – невинная женщина, которая встречает на своем пути извращенца. Нет, вы не понимаете. Вы ничего не понимаете. Венера в мехах. Как вы можете так хорошо играть Ванду и ничего не понимать в ее персонаже? И во всем остальном. Не актриса, а идиотка. Дура. Скоро в кино.